Друзья мои, привет всем, с вами Вит, всем приятного просмотра. Извините за задержку, видео не было на канале почти неделю. У меня выдался тот загруженный период, вот, и не мог записывать. Так, ну что ж, компания наша за Нортумбрию викингов. Общественный порядок, понятно, тут. Ну, здесь естественно. Так, с губернаторами пока подождем. Но с Зефредусом как был, так и есть. Вообще, друзья, конечно, обстановка не лучше у нас сейчас в королевстве. Ну и в общем, на самом деле, у меня война с Вестернос. Да, тут Нортлиода войну мне тоже объявили. Поэтому я, честно сказать, не знаю, как я это выруливать буду. Вот. Сейчас я пытаюсь хотя бы удержать то, что можно. Конунга вернуть в наши земли родные. Чтобы, например, Алоидис вернул. Ну вот здесь вот Рокестер, конечно, будет потерян. Агусталдес, Нортлиода, все атака армии могут пройти по всем нашим поселениям небольшим. Да, тут тоже... Черчеби, естественно, скорее всего, падет. Да. Постройки требуется ремонт. Мы все выдержим. Мало припасов. Теперь-то посмотрим. Тут у нас тоже голодовка. Ну что ж, даем ход. Конечно, желательно бы Китрету вернуть. Чтобы Зефредус сейчас не ушел в самоволку. Ну и, в принципе, посмотрим, что сдача этого хода нам принесет. Так. Это у нас уже было. Сейчас он сток оккупирует. Ох ты. Какое кровавое пятно там. Ну да, он оккупировал. Это Стефорд. Да, конечно же, расчет. Ух ты, скот. Как голову срубил. Гражданская война, она мне прям вот все испортила. Прям, ну, очень сильно. Очень сильно, конечно. Откинула меня. Мы с радостью примем ваши деньги. В развитии. Так, их требования выплата 100 и брачный союз. Она решила взять в руки оружие и сражаться плечом к плечу с своим мужем. Командование муж минус один, доспехи для отряда полководца. Их требования брачный союз, выплаты 100. Не скрепить ли сделку кувшином меда? Давай, скрепим кувшином меда и замужеством. Ну, это тоже все. Тоже все было ожидаемо. Так, эти сейчас Черчеби захватят. Ну, приход стал 1000. Так. Тут, соответственно, отбиться можно. Надо выйти отбиться от этих мятежничков. Ну вот, а дальше посмотреть. Армия Эдр Датский называется, командует Сумарлет. Надо армию-то переименовать. Эдрат у нас в самоволку бежал, а здесь вестники Рагнарёк, Карл. Вражеский король. Конунг.
Да, сил, конечно, у нас тоже здесь мало. Не дает компьютер немножко восстановиться. Как-то восстановиться, укрепиться. Перегруппировку сделать. Что ты будешь делать? Перегруппировочку. Так, ну конечно же я встану здесь. Что прикажете? Копейщики! Таким образом. Тут у нас два наших командира. Стрелков также сюда. Кто-то подумает, все это мы уже видели. Ну а что еще делать, друзья? Тут нет вариантов. Надо хоть как-то прообороняться. И потом я попробую спасти Сумарлита нашего. Потому что полководец качается. Четвертый ранг у него. 4 звезды, я так понимаю. Такого, конечно, хорошо было бы товарища уберечь. Идет на нас мятежный генерал, командир. Все в одном лице, и король еще. Да, и наш тут герои, запыхавшиеся, выжившие после прошлых битв. Так, собака прибежала. Собака или поросенок? Враги идут, враги уже близко. Ох, ёлки-палки. Так вот, плохо то, что вражеская кавалерия есть. Ну и чё? Блин, обстрел идет, а толку мало. Стрелять по ним! Пушники! Шевелитесь, парни! Люди сломлены. Блин, козлы! Прорвались! Блюдки. Отступайте, мужики! Уничтожен целый отряд! Блин, а! Пушники! Ногами шевелите! Ёперный театр! Тропнул так, тропнул! Избранники Одина! Что прикажете? Пушники! Избранники Одина! Готовьтесь, они атакуют! Порядок! Давай, шмаляй в них! Злые, а? Кидайте в них скорей! Лучники! Стреляй по ним! Любимитатели!
Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Стреляй в них! Так, одних нагнали. Наши воины бегут. Так, вражеский полководец решил куда? За лучничками погнаться, наверное, да? Скорее, 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 отгоняй их. Ё, у меня вообще никого не осталось. 8-19. Вот это жесть. Все, друзья, порубали нас, считай. А ну, наши воины бегут от врага. Какое что-то бесчестие! ФПС просело что-то. Еще бьемся. А может и выстоим, да? Кто знает. Хотя, наверное, вряд ли. Смотрите, они убегают. Стреляй, стреляй, стреляй. Перезаряжай скорей. Сволочи, какие стойкие, а? Готовы к битве! Лучники! Отгоняйте этих! Вражеский полководец убит! Ага, козлина получил! Все складывается в нашу пользу! Ха-ха-ха, победа, елки-палки, вообще на тоненького! Затащил кое-как, блин. Офигеть просто. Да, Сумарлит. Такого генерал, как ты, спасти надо. Война объявлена. Дюрбия, Нортумбрия. Поселение разорено. Поселение разграблено. Противник погиб в битве. Мы будем служить до конца! Ёпти. Надеюсь, ты не станешь испытывать мое терпение, мир. Короче, ослабее, они мне всю войну объявляют, да? Мы заставим врагов страдать! Здоровско. Идем. И у конунга у меня армия еще и голодает до кучи. Кстати, вот тут Ллойдис, мои союзнички-то в осаду взяли. Да, друзья, конечно, разочарован и... Мы принесем тебе славу! Даже не знаю, что меня ждет. Ни за что. Козел. Нет. Клянемся служить. Козел. Надо его добить. Вырежем их. Тем более, учитывая, что он мне дорогу перекрывает. Так, у нас тут есть очко навыка. Верность 3. Уровень 5. Позволяет вести ночные бои. Коррупция минус 10. Уровень 2, общественный порядок плюс 2, ваш провинция, боевой дух, отряд при осаде плюс 2, боевой отряд полководца находится рядом, плюс 2. Ну, вот, ночное нападение, это очень хорошая фишка. Так, тут у нас горе. Вернее, не горе, а плохое настроение. Пустим им кровь. И два стяга у нас голодают. Наши враги падут. Ваши солдаты разбегаются, ля-ля-ля, бла-бла-бла. Атаку! Черти полосатые. Мои воины готовы! Так, нападаем здесь. Показывает нам, что авторасчет
Тут должен справиться. Ну, вот так вот. Вперед, воины! Противник погиб. Ни за что. Ну а что здесь делать? Вот как против... Почти что полный стяг. Что я против него сделаю? Мне просто все надо бросать и бежать нахрен отсюда. Это вот хотя бы... спасти нормального полководца. Суммарлита. Так, стоп. Суммарлит. Живучий. Он сейчас только что в таком замесе выжил, поэтому... Суммарлит живучий, да. Мы все выйдем. Беги сюда, дружище, в Рипум. Тут у нас... беда. Раздавим их. Приобретенная особенность. Искалеченная рука. Суммарлит. Ой. Боевой дух врага минус один. Да, выглядит жутковато, но это меня не остановит. Красава. Да, он, конечно, там просто справился только так. Введены новые законы. Подготовка 20, длительность 10. Плюс 10 к подданству фракции. Сытые войска. Подготовка 20, длительность 10 ходов. Воля короля. На войско плюс 1. Пополнение отряда может взять плюс 25. Пропасы плюс 5. Содержание отрядов. Еда минус 2. Вот хороший, наверное, указ, в принципе, да. Этот указ доступен. Скорость исследования плюс 75. И отряды быстрее пополнятся. И содержание. Указ «Сытое войско» на 10 ходов. Мы будем служить до конца! Ничего не поменялся. До победы! Черепушки как были, так и есть. Но это, видимо, локальный эффект от того, что они находятся там где-то. Так, а вот этих вот сволочей надо разбить срочно. Обязательно на битву. Селение в лесах, еще со всех сторон так защищено. Так, ну Зифридус должен справиться, это однозначно. Зифридус и Тостик. Начинаем битву. Так. Да, здесь вам сразу видно, что у нас действительно перевес-то больше. Враг не устоит. Копейщики! Теды! Готовы! Копейщики! Пока что сюда. Копейщики! Враг дрогнул. Мы превзошли его числом. Не, лучше мы с одной стороны высадимся. Враг бьет по нам. Пошла жара. Враг на подходе. А что здесь достает? Штурмуйте стены, парни! Поднять щиты. Зифредус, сынуля, давай, не подкачай. Это как они бьют стрелами своими, а? Только победа! Мятежнички, сволочи. Из-за вас держава рушится. Скоты поганые. Давай. Так, ладно, посмотрели, ускорим. Все это ускорим.
Хорошо, пошел штурм. Все, подтягиваем остальных. Хорошо, да, пошла долбежка. Ворота разрушены, в атаку! Усаживаемся спокойно. Так. Пока просто высаживаемся. Воу-воу-воу-воу. Скорее все вовнутрь. Вперед. Ёба, ой! На нашего полководца напали! Копейщики! Суки! Вперед, мужики, пошли! Ай, коней мне подожгли, а! Быстрее нужно ворота забрать. Смотрите, они убегают от нас. Так, давай, возвращаемся. Все убегать, потому что мы посильнее, да? Херманы, мечники. Давай, давай, давай. Отгоняй, отгоняй их. Вот так, хорошо. Все, разбиты. Наши воины бегут. Кто? Где? Кавалерия. Где враги? Хорошо. Масло закончилось как раз вовремя. Давай скорее, Зефреду, забегай. Сейчас не хватало, чтобы тебя еще там маслом тебя полили. Бедолагу, блин. Проскочили, да? Хорошо. Вот враги. Сюда. Так, Зефредус, давай сюда. Уничтожен целый отряд. У них там, по-моему, пусто. Все они здесь. Слава и добыча. Получайте. Получайте, мятежнички проклятущие, а! За вас держава рушится. Нет, еще не все. Так. Хердманы-мечники у них еще. Нет, суки, задрали с этих башен в нас стрелять. Ну а почему вот отсюда-то нельзя пройти, ёпти? Мы захватили ворота. Есть, ворота захвачены. Наконец-то. Как они еще держатся, а? Ну давайте уже, надо бежать вам, отступать. Сопротивление бесполезно. Какие-то берсерки. Все, отлично. Тяжелая победа. Тостик. Вот так, хорошо. Эх, один отряд копейщиков, жаль. Делаем. Конечно, надо это захватить. Ой, тут еще все сломано. Ну ничего, сейчас быстро восстановим. Так. Наверное, губернатора тут-то таки третий все-таки назначить стоит. Мои воины готовы!
пари, а? Как много врагов у меня здесь. Мы будем служить до конца! Еще место такое само по себе тоже говняное, со всех сторон тут нападают. Фу. Хоть это, забирай своих. Северный трюдинг. Хоть забирай своих, всех, кто остался, куда-нибудь на острова их вывози и заново империю строй, блин. Геморрой, потому что вообще несусветный. 35 лет, эльф-гид. Так, Зифридос у нас качается, да? Верность у него выросла, это радует. Способность сплочения у него будет открыта. Количество хранителей в отряде полководца плюс 7. Созволяет участвовать в ночных битвах. Боевой дух отряд пока жив, полководец плюс 4. Так, здесь у нас уровень 3. Боевой дух отряд пока полководец находится рядом плюс 3. Общественный порядок плюс 3. Зона влияния полководца плюс 30%. Жадный. Доход от набегов плюс 5. Фуражир. Производство пищи плюс 2. Это провинция. Священник плюс 2 к подданству фракции. Верность плюс 1. Общественный порядок минус 2. Осадный инженер. Длительность осады местным поселением плюс 1. Длительность осады минус 1 врага в провинции. Священник плюс 2 подданность к фракции. Сделаю я, пожалуй, вот так, чтобы у меня голова не болела по поводу Зифредуса. Мы заставим врагов страдать. Идем на войну. Ложитесь на нас. Вот таким образом, значит. Так, это у нас десятинная палата. В усадьбах на пастбищах плодовых плюс 40. Доход церковь плюс 40. Сейчас порядок минус 3 каждый регион провинции. Так. А, там погоня. Погоня конкретная за Гудфридом. В лице... Мерси. Блин, эти ублюдки продвигаются тоже. Ух ты. Так резко к бошке он срубает. Язычники, викинги. Так. Хеллерборг. Пустим им кровь. Дор, Карл и топорники, один отряд копейщиков, один отряд лучников, один отряд копьеметателей. И тут мы. Навстречу славе! Неполные. Блин, минус 40 пища. Переобучить. Наши враги падут. Дон Кестер, припасы, доход, усадьба, производство пищи, да. А здесь Дор. Понятно. Мы принесем тебе славу! Так, ну ладно, я попробую. Идем. Тогда в Дон Кестер.
Тут побольше отрядов получается. 5 отрядов. Плюс топорники, копейщики, херманы, лучники и копьеметатели. Попробую тут им битву дать. Дор придется тоже сдать. Не можем. Клянемся служить. Да, и попробую дать ему битву там. Каждый ход армии расходует припасы. Если закончится война, начнут дезертировать, армия получает припасы, находится на своей территории или совершает налеты на вражеские поселения. Уже скоро. Ну, я вот нахожусь сейчас на своей территории, ну и ни черта. Мои воины готовы! А, только на следующий ход начнется, да. Шагайте, парни! Так. Так, так, так. Что? Герум. Дунхольм. Копейщики. Блин. Мы все выдержим. Шагайте, парни! До победы! Тоже надо перемещаться вот так потихоньку. Хе-хе-хе, ну что он сейчас делает? Хагусталдес может проатаковать легко. Герум все может проатаковать. Вообще абсолютно все. Так. Лучники в доспехах. Тут у меня вообще просто беда. Таверна. Стрелковые отряды. Специалист стрелки позволяет нанимать лучники в доспехах. Стоимость содержания плюс 5 для копейщиков всей армии. Стоимость нами пишет копейщиков минус 30. Позволяет нанимать херсиром мечники, заменяет юнит хирдмана мечники. Лучники в доспехах, да. А здесь просто таверн может построить. Ахахах, что ж за жизнь-то, а? Наступательная тактика. Возьмем вот навык ближнего боя плюс 6 для мечников. А чё, кто это? Сумарлит, а чё с ним такое? Сумарлит живучий чё-то у нас не хочет быть верным. Я могу ему должность выписать, в принципе. Истицарий, рвение плюс 2, влияние плюс 2, верность плюс 2. Здесь вот командование ему накинут. Тут правление, влияние, верность. Ну давай, дадим тебе королевский капитан. Интересно, конечно, у меня ситуация складывается. Где-то надо мне где-то надо мне как-то, ну вот здесь понятно, тут опасно что-либо строить, развиваться, да. Я Фервик, то есть Йорк. Так, по Клинту. Карлы, наход, торговля. По Клинтон, усадьба. Давайте-ка мы поставим здесь усадьбу. Потому что строить тоже надо развиваться. У меня пищи нет, я не могу себе позволить все равно армии содержать. Мы будем служить до конца! Да.
А так, может, попробовать хоть как-то. Мы заставим врагов страдать! Ситуацию исправить. В плане пищи немножко приход сделать. Да, он здесь напал, а у меня тут... Эх, убрал я Гутфрида. Плохо, конечно. Может быть, мы бы отбились. Хотя, с другой стороны, нет, у него армия здесь опытная. Ну, вот так и будет два стяг маршировать. Да, потери за потерями. Потерь. Фракция уничтожена, Сильвик. Небоевые потери продолжаются. Положитесь на нас! И вот они закончились. Ни за что! Ту-ту-ту. Пустим им кровь! Жаждем битвы! Подождем пока с губернаторами. Так, что же получается-то? Мы все выдержим! Возможно, Донкестер тоже придется сдать. Вот здесь и 5 отрядов. Невозможно. Этих сволочей слишком много. Мы принесем тебе славу! Идем! Это пока невозможно. Вот сюда можно попробовать отступить в Эофервик. Стены, бойцов больше с опытом. Ну и как-то, не знаю, пока ужаться и попробовать, может быть, через вот, когда враг возьмет. Вот здесь вот нас в осаду, попробовать их как-то здесь разбить. Через большие поселения со стенами, так скажем. Ни за что. Тут вот тоже, потому что потери-то идут. Поселений и вражеский стяг из 20 отрядов тоже идет. Но до бесконечности они идти не могут, они где-то встанут, это факт. Вот так, переобучили шапку, каску дали. Так, так, так. Клянемся служить. Дунхольм. Мало здесь, блин. Клянемся служить. И тут тоже мало гарнизона. Наши враги падут. Невозможно. Мы все выдержим. Не знаю, можно вот так вот попробовать встать. Ну, если он дальше пойдет. Тогда в Китрет убежать. Вариантов больше нет. Ну да, понятно, он так и будет атаковать. До тех пор, пока где-то сопротивление не встретит.
Блин, ну вот эта вот война, конечно, гражданская, которая у меня здесь возникла. Все эти восстания, они прям это... швырнули меня назад. Неприятно, конечно, компании сливать. Ну и такое бывает тоже. Все идеально быть не может. Как-то не зашла просто компания, такое тоже бывает. Что-то изначально прям... Тут вообще по умолчанию, в принципе, тяжелая компания за Нортумбрию. Плюс еще эти гражданские мятежные настроения всякие. Мои воины готовы! Мы готовы! Хеллерборг и Дюрби, война, поселение потеряно. Мятежники так и есть здесь. Так и есть. Так, продвигается он, идет сюда. Положитесь на нас. Тоже бежим, значит. Наши родимые поселения. А что с этим? Эльфгид. Скорость движения плюс 10. Значит, конец плюс 20, купец, доход, торговля плюс 20. Ну вот. Ага, верность 0. Как таким можно быть ублюдком, а? Сразу вот он не успел появиться, и у него верность 0. Ну что за шакал? Клинтон Зефредус. Сейчас у него поселение, которое ему дам, он потеряет его. Готовы к бою? Пустим им кровь. Да. Когда ж ты остановишься, упырь? Они пошли на... Пошли северней, так скажем. Или южнее. Меняют направление, разделяются. Эх, ужасно все это, ужасно. Самозванцы из Нортумбрии, как ни в чем не бывало, существует. Все, пища минус 75. Политик. Клянемся служить, оттягивайтесь. Ну, пища у нас хреново, я знаю. А что, все уже? Мы будем служить до конца! Нечем отбиваться. Сейчас посмотрим, что будет.
Китреть снова восстание. Такой прикол тоже. У меня Зефредус был в Китрете, этот ублюдок восстал, и меня еще до кучи сразу это... Ну, бред вообще, просто бред. И выкинули меня из города. Черти полосатые, блин. Ну давай ты прогружайся уже скорее. Так. Козлы эти, дождь выбрали. Для нападения на нас. Копейщики! Что у них там на картинке шапки появились. А тут по факту не сказал бы я, чтобы они прям сильно так прокачались. Веди нас! Да, друзья, конечно, сейчас так сижу, думаю и понимаю, что, в принципе, это похоже на поражение в кампании. Потому что... Ну, в принципе, нет никаких вариантов вырулить. Не знаю, после этого боя завершу эту серию, это факт. Подумаю, там, покопчу, чего может быть... Ну, если нет, скорее всего, нет, наверное, тогда, может быть, новую кампанию начну. За Дюфлин, например. Посмотрим, что как. Как-то вроде бы изначально так, ну, шло, вроде бы ничего, но вот это вот... Такое состояние мое неукрепленное, и это гражданская война... Блядская, больше никак не скажешь. И все, она прям вот... Отброс сделал конкретный. Так-то держава у меня, в принципе, была неплохая. Пища и хавка была, и все было. Я даже немножко и намерз, и там пошел. Ну, блин, это война, и все. И все. Зефредус, конечно, красава, так прокачался. У него могло быть большое будущее. Но не поперло. Кто виноват?
Да никто не виноват. Кончай их, действительно. Смотрите, они убегают от нас. Шевелитесь, парни. Как скажете. Руси! Лучники! Убить всех! Ублюдки напали, а? На нашего полководца напали! Да-да, напали на полководца, но... Он красава, навряд ли они ему что сделают. Зифредусу его не смогут эти твари сломать. Он здесь выстроил стену щитов, черепаху свою, попробуйте пробить. И еще плюс, он просто очень опытный сам по себе. Мятежники, только я губернатор нового поставил, и сразу внесешь восстание. А представляете, какой скрипт жесткий здесь в этом плане. А, ну все, сматываемся. Сматывайтесь. Засранцы. Что там с моей конницей-то? Эти бегут. Давай рубай. Вот так проходить через них, через всех как. Через ботву, через какую-то капусту. Вражеский полководец. Тварь. Только должность получил, сразу голову поднял. Выше царской головы. Очень жаль. Очень жаль эту компанию. Шансы-то были. Ёпти, на них тут все налетели. Твари, конница. Собрались там все 20 человек, на конце на мой налетели. Ну и чё это? Смотрите, они убегают от нас. Конники. Вражеский полковец ещё живой. Все. А кто у них где остался? 10 человек пока где-то остался. А, вот они. Все. Вышли и отступили тут же. Стая Фенрира. Самозванцы из Нортумбрии, стая Фенрира. Возник мятеж, восстание. Меня выкинули с города, еще они тут же напали сразу, а? Охренеть, компьютер, зверь.
Это ее теперь нужно опять брать в осаду, чтобы отбить эту Кетрету. Фух. Любознательная развращенность. Этот человек интересуется культурой и обычаями других народов. Получены за постройку цепочки торговли. Доход торговли плюс 3. Пустим им кровь. Так, захватить ее удалось, я ее вернул. Но пища все равно минус 74. Никаких технологий не исследую сейчас. А надо бы исследовать. Стоимость построек в деревнях и в дополнительных ячейках минус 10%. Специализированные строители. С губернаторами я пока не буду шутить. Назначать их. Ну, они тут все сломали, разорили, но он сейчас ее захватит. Поселение, это факт. А здесь через два хода пища будет плюс 55, а у меня минус 74. Мои воины готовы! Честный порядок минус 5, припас минус 15, все армии, пополнение минус 5, пополнение отряда минус 35. Но тем не менее, более-менее пополняемся. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр, поставьте лайк. Напишите ваш комментарий, кто что думает по поводу этой кампании, есть ли смысл еще одну серию записывать или новую начинать. Вот. Ну и всем спасибо, что смотрите. Лайки ставите, комментарии пишите. Это очень важно. Спасибо за поддержку, в общем. Все, счастливо, удачи, до новых видео. Пока-пока.